выпускники нашей гимназии задумывались, а зачем вообще нужен президент школы? Я постараюсь ответить на этот вопрос. Президент, общаясь со своими сверстниками, узнает, чего же не хватает учащимся нашей школы, и пытается решить эту проблему. У меня есть огромное желание и возможность изменить жизнь каждого ученика в лучшую сторону, сделать ее более интересной, насыщенной и разнообразной. Я Ибрагимова Полина, ученица 10 А-класса. Я именно тот человек, который вам нужен. Я готова решать ваши проблемы как свои собственные. Моя цель на посту президента – добиться заинтересованности и активности участников школьных парламентов. Основные идеи моей программы. Первое. Первое направление – это школьная жизнь своими руками. Реализация проекта «Дискотека». Я являюсь одним из разработчиков проекта «Дискотека» в нашей гимназии. Мы планируем проведение тематических дискотек по музыкальным стилям, их оформление, создание нового музыкального фонда школы и использование слайд-шоу. Второе направление – хорошее настроение. Помимо учебы мы хотим отдыхать, и это возможно благодаря радиоузлу, по которому будет звучать наша любимая музыка. Хорошо отдохнув на перемене, мы будем плодотворно работать на уроках. Третье направление – самое лучшее. Проводить не только мисс гимназия, но и мистер гимназия одновременно. В нашей школе учатся одаренные дети, и все мы лучшие. А найти лучшего из лучших нам поможет проведение интеллектуальных конкурсов, в которых каждый сможет себя показать. Четвертое направление – вся власть детям. Ведение дней самоуправления не только один раз в год, а как минимум 3 раза в год в разные сезоны года. Пятое направление – наши веселые дни. Неурочные мероприятия в школе разнообразить, проводить увлекательные занятия для учащихся. Шестое направление – общение. Обобщать опыт учеников из разных городов и внедрять их в практику. И седьмое направление – игра, игра, игра. Для младших классов проводить различные конкурсные развлечения или перемены. В этом году работа учащихся должна быть активной, а для этого требуется хороший лидер. Как президент, я буду поддерживать вас, прислушиваться к вашим желаниям, интересам и вносить коллективам в план работ. Надеюсь на вашу поддержку.